День учителя в Иванове начался раньше своей календарной даты. В среду поздравления принимали лучшие педагоги города. Учителя, руководители образовательных учреждений и ветераны педагогического труда в очередной раз услышали слова благодарности за свою непростую, но важную работу, в том числе из уст главы города. Учитель – это, наверное, та самая профессия, от которой нельзя быть отстраненным непосредственно человеку. То есть это все время самоотверженные люди, которые действительно любят свою работу, потому что иначе ты просто вынужден будешь поменять профессию. И, конечно, сегодня мы их поздравляем в преддверии их профессионального праздника и вручаем награды государственные. Система грантовой поддержки у нас существует достаточно давно, мы ее продолжаем развивать. Муниципальные премии учителям в областном центре вручают уже больше 10 лет. Наград за работу с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья на этот раз были удостоены 10 педагогов. 11 учителей на празднике получили особенные награды – ордена детских сердец. Лауреатов выбирали сами школьники. Так что эти небольшие медальки – символы признательности и уважения учеников к своим наставникам. И все же сами учителя признаются – лучшая награда для них в первую очередь – академические успехи подопечных. Как не пафосно это звучит, действительно. Вот любовь детей, да, их глаза, отдача, которую ты получаешь на уроке, отдачу, которую ты получаешь, когда они сдают хорошо экзамены – это самое главное, это самое приятное. Всего в областном центре больше 3000 представителей этой почетной профессии. Конечно, всех в одном зале собрать физически невозможно. Но благодарности за труд, опыт и терпение заслуживает каждый из них. Для того и нужен День учителя, чтобы абсолютно все педагоги услышали «спасибо». Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.